В городском округе сейчас во всех микрорайонах активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов. Приводят в порядок подъезды и фасады, благоустраивают дворовые территории. Так, в Новых Химках на Юбилейном проспекте в одной из пятиэтажек реставрируют кровлю. Крыша протекла, и это создавало массу неудобств жителям. Приезжала сюда комиссия из администрации. Они прошлись по всем квартирам, которые... И было принято решение на основании этих посещений о необходимости провести именно в этом году капитальный ремонт дома. Подрядчик работает хорошо. Нравится их взаимодействие с жильцами дома. Работы на контроле у представителей администрации и депутатов городского округа. Они регулярно встречаются с жителями и подрядчиком. Строители уже сняли изношенную кровлю, выполнили подготовительные работы и положили первый слой гидроизоляции. Капитальный ремонт крыши здесь планируют завершить в сентябре. Хочу похвалить подрядную организацию фонда капитального ремонта, потому что и жители, и председатель совета дома очень довольны и их работой, и взаимодействием. У них даже есть общий чат, где каждый день представитель подрядной организации присылает им фотографии, что сделано за день. Я считаю, что такой формат взаимодействия, он самый лучший. А это микрорайон Сходня, улица Тюкова. Здесь тоже меняют кровлю, работы уже завершаются. Строители устанавливают металлические конструкции, укладывают рулоны и чистят крышу. На улице Чапаева тоже кипит работа. Здесь ремонтируют подъезды. Рабочие уже сняли краску и начали белить стены. Жители очень давно этого ждали. Что будет сделано? Покраска стен, покраска потолков, замена входных дверей. Замена плитки напольной на первых этажах, замена почтовых ящиков, а также светильников освещения. На улице Первомайской в Сходне тоже полным ходом идет ремонт подъездов. Реставрируют и фасад многоэтажки. Напомним, что в этом году в Химках капитально отремонтируют 136 многоквартирных домов. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.